Парень, ты где живешь-то? Вы уже приехали. Это ваш? Ну ладно. Паломник? Конечно. Ну какой он паломник? Я сам тоже паломник. Скоро едем на Искольчиво. Какой он паломник? Пьяница. Вон министр. Да нет. Какой он паломник? Баба его вот когда ленуха. А это, наверное, муж. Ну да. Не соображаю. Прямо.